Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 7. Урок 2. Используя рисунки, объясни решение примеров. Как сложить и вычесть двузначные числа? Запиши решение в тетради с помощью цифр. Итак, пример А. Мы уже знаем, что треугольник – это графическая модель числа 10. Два треугольника – это 20. А одна точка обозначает одну единицу. Получается, отдельно сложили 5 единиц и 4 единицы и получили 9 единиц, а затем отдельно сложили 2 десятка и 1 десяток, получили 3 десятка. Получилось 3 десятка и 9 единиц, то есть число 39. Пример Б. 54 минус 30. Один треугольник обозначает один десяток. Одна точка – это одна единица. Получается, отдельно вычли из четырех единиц 0 единиц и получили 4 единицы. А затем отдельно вычли из 5 десятков 3 десятка и получили 2 десятка. Осталось 2 десятка и 4 единицы. Получилось 24. Пример В. 68 минус 63 равно 5. Один треугольник обозначает один десяток. Одна точка – это одна единица. Получается, отдельно вычли из 8 точек, из 8 единиц 3 точки, 3 единицы, и получили 5 единиц. Затем отдельно вычли из 6 десятков 6 десятков, и получили 0 десятков. Осталось 0 десятков и 5 единиц. В итоге получилось 5. Мы должны придумать и решить свои примеры на сложение и вычитание двузначных чисел. 28 отнять 16, получится 12. Из 8 единиц вычли 6 единиц и получили 2. Вычли из 2 десяток 1 десяток и получили 1 десяток. Осталось 1 десяток и 2 единицы, то есть число 12. 35 прибавить 12 равно 47. Сложили 5 единиц и 2 единицы, получили 7 единиц. Сложили 3 десятка и 1 десяток и получили 4 десятка. Сложим 4 десятка и 7 единиц и получится число 47. Возникли вопросы? Оставьте комментарии.